Мы уже что, не имеем права в парке собраться, посидеть, пообщаться? Вы нам не позволили на мирном митинге пройти, мы теперь просто хотим здесь посидеть. Какие проблемы у вас? Хорошо. Нельзя массово скопляться. Люди же ходят там. Люди же ходят. Не трогайте их. Почему нас трогаете? А? На каком основании вообще это происходит? В честь чего это все происходит? Собрались? Нет, не собрались. Они побеседовать собрались. Вы здесь. Вы не спровоцируете. Армсдар Хазагиль, да? Бұл Алматы қаласы. Ганди парка. Біздің белсендерге алып кетуге әрекет жасап отыр. Біздің белсенділерді алып кетуге тырысып жатыр мына полиция өкілдері. Они вас с вами все вместе пришли. Вот вы собираться больше 3-4 человек. Сказано же в общественных местах. Будьте любезны. Разойдитесь. Ну, вы один там тоже люди ходят. Вы здесь толпу создаете. Вы сами разойдитесь. Вы свою толпу уберите вот эту. Вот это все. Уберите. Я хотел с вами. Наши действия снимаются на видеокамеру. Я вас еще раз предупреждаю. Слышите, да? Вы своих уберите вот эти. Хотели поручить вам повязку. Управление полиции Алойского района. Я, братан, убери нормально вот этих всех. Там разговор будет. Убери их все. Повестка на месте не заполняется, это противозаконно. На месте не заполняем? Убили кого? Эфирмен бөлісіп отырыңыздар. Өтініш. Так, и мы в прямом эфире, если что. Все, так, так, ну теперь вы нам объясните. Повестку получите, пожалуйста. Слышишь? Покажи повестку. Что за повестка? Повестканы қашан толдырдыңыздар? Да, уже. Оны неге қазір әкеп тұрсыздар? Сіз удостоверениеңіз көрсетіңізші. Удостоверение көрдіңіз бе? Так, и қазір біз осы повестамен Ауыз ауданындағы ішкі істер басқармасына барып келдік. Ну хорошо, я завтра с утра там буду. Жоқ. Көрейік. Жоқ, көрем. Сізге емес, сізге қатысы келмесін. Мына мына кісіге келдім. Я снял. Да, хорошо. Біздің қазір барасыз ба, әлде сіз барасыз ба? Не, я сам приеду, только чуть позже. Сейчас ребята. Чуть попросят. Позже нет, Вахтин Гортасова. Вахтин только что вы написали же. Время вы только что написали же. Вы а не здесь, Тарас, Лайбер, Егер, Хазар, Хазар Жалбайда, Егер, Сидзумер, Бармасанс, вы говорите, без вас сюда, Мазверлял Борва. Нишин, Нишин. Не имеете права, три раза имею право отказать. Прокурорское поручение должно быть и судебное, судебное решение. Повестка. Какой район, кстати? Что, кшпина кидал массив? Вы не имеете права применять. Закон не нарушайте, закон не нарушайте, вы в прямом решении. Повестка на берег сізге. Я тоже закон знаю. Давай, давай, давай. Повестка ночи до толтруга хакнуша. Я здесь. Барлық парки. Видео көрсетіп тұр, все, видео тұр. Ну я же видел, как вы заполнили. Это тоже на видео записано. Хорошо, Дякша. Видео жазылды ма, бәрі тұр сіздерде. Жүріңізші былай қарай, видео напишите. Йо, не имеете права вы сейчас так забирать. Эй, эй, эй! Нет, не имеете права забирать. Кышкалданбайсыздар. Успокойтесь. Жоха, жоха, жоха. Байланыңызшы, Асхатты байланыңыз. Ал кетуге қақыңызға. Это незаконно, незаконно. Асхатты бай, Асхатты бай. Чухамын, чухамын. Это незаконно, заңсыз жасаватсыңдар ғой. Чухамын байлашы. Итерме, итерме. Чухамын байлаған. Итерме. Заңсыз жасаватсыздар сіздер. Бермейміз Асхатты, болды. Сколько можно, беззаконие? Не трогай. А? Ануар, қолын байлаш. Заңсыз, это у вас незаконно. Незаконно. Бермейміз Асхатты. Это у вас незаконно. Это у вас незаконно. Не трогайте. Итерме дедім. Итерме дедім. Асхатты хотят забрать. Итерме. Итерме. Жігіттер, комментарийсіңдер.
Узнасыз, узнасыз. Көтімді жоқтапай, бұлай. Жоғары Сабырбаева так жопа не дейді. Понял? Эй, сен қарапетсіз. Асхат талдырма керек. Эй, сізге бала саған бойын. Бесіңе тұрған бала саған бойын. Бала саған бойын. Қазақсың ба? Артқа барыңдар. Жібер деді. Бала саған бойын. Заңсыз әкелдіңдер, бұлар ұша. Қаңды ойна деймін. Айтпайсыздар ба? Қайтсын аналар. Сіз заң бұзылатқан жоқпыз. Заң бұзылатқан жоқпыз. Айтыңыз аналарға кетсін. Полицияларды қайтарыңыз артқа қарай. Сіз заң бұзылатқан жоқпыз. Жібер дедім. Мен сізге беріп отырмын. Басқа халық деген жиналады. Бізде нелеріміз бар? Бүкіл партияның бәрі толып жүр адам. Неге бізге тиісесіздер? Әке, сол, тиіспейміз. Не үшін? Қыдырыңыздар, жүріңіздер. Бірақ мына жерде емес. Ар жақта жүрсіңдер, не бар? Қай жерде жүреміз? Біз өзіміз білеміз. Біз заң бұзып жатырмыз ба? Тиіспе, тиіспе, не үшін тиісесің? Команда, Онда ұстанбаймыз сіздерді. Тамам. Кесте вообще. Вообще кесте. Давайте тишину поймем. Полицейский. Да, давайте старший. Вы сейчас нарушаете закон. Чакыр бар, старший. Вот такое беззаконие у нас в Казахстане. Это полиция. Что ты за городишь? Город Алматы. Иди отсюда вообще. Парк Ганди. Стой, дама. Хотят Асхата забрать силой. Да, хочу с ней лезть. Поделитесь с эфиром, пожалуйста. Я не бауырмын. Бауырмыз аршак. Каждый 3 метра, вообще, блядь, иди ты нахрен отсюда. Вы сами что нарушаете? Что нарушаете? Все вот эти сотрудники, вот они, сотрудники все. Вам что за служба? Мы спим с А что вам тогда надо? Сотрудники вот эти все. Параметр. Мы спим с Везде отдельное поручение бар. А вы за одан полиция басқармасына. Ага. Жауапкершілікке тартыласыздар. Қанша төлеп отыр саған? Сіздерден өтінеміз. Қазір бұлай жиналмаңыз. Саған болашақ керек жоқ па? Болашақ керек жоқ па сендерге? Сол үшін сіздерден айтамын, жиналмаңыздар. Тұрмаңыздар. Сол үшін сіздерден өтініп сұрайтынымыз, мына жақта жиналмай қайтыңыздар. Жақсы ма? Не үшін? Сіздерден тұрмаңыз. Первый кто должен уйти? Не үшін? Жоқ. Бірінші кеттіңіздер. Бірінші. Жоқ, олай істемеңіздер. Енді қазір ары қарай ғой. Енді міне күшім көрсетті. Енді ашып тұрмасаңшы. Міне мына ауда. Құрметті азаматтар, қайтыңыздаршы мына жақтан. Жиналмаңыздаршы. Рұқсат болса. Кішкене ары жаққа тұрыңыздаршы. Ары сабырлық ағай. Ары жаққа. Енді мына жарамайды енді. Қалай жарамайды? Полицияға айтыңыз. Полицияға айтыңыз.
Полицияға айтты, шарамай. Будьте добры. 1 минут. 1 минут. Бір минут. Вы когда зачем вы говорите, призываете? Вы сейчас нарушаете закон. Когда прилетает. Сіздерге маған мен аудан әкімі Торғаевке Қали Нұрғалиұлы. Тыңдасаңызшы, мен сізге айтып тұрмын ғой. Жаңа ғана бүгінгі күнде қаланың бас санитарлық врачының бұйрығына сәйкес карантиннің байланысты көпшілік жерде бұндай жиналуға болмайды, тыйым салынған. Оны білесіздер. Санитарлық врач кім ол? Естімесеңіздер, мен сіздерге айтып отырмын. Санитарлық врач кім ол? Басқа. Микрофон есть у нас. Заң бұзған үшін, жаңа бұйрықты бұзған үшін, өздеріңіз білесіздер, елде айтылған, ол заңға бағынбаушылық болып саналады. Одан шай, егер де болатын болса, жаңа заң қабылданған. Я, кем ой? Ол бойынша сіздерге митингке бәріне рұқсат беріледі заң жүзінде. Бүгінгілеріңіз сіздің мыналарыңыз заңсыз болып саналады. Мыналарыңыз заңсыз. Сондықтан мен сіздерге ескерттім. Мына түрліктеріңіз, міне қазір тұрғандарыңыз заңсыз, адамдарыңыз заңсыз. Іс әрекеттеріңіз заңсыз. Бәрі заңға қайшы келеді. Егер де, өз егер де, сіздер заң бойынша сенімдесеңіздер, бүгінгі күнде жаңа заң қабылданған. Ол бойынша арыздарыңызды, өздеріңіз ұсыныстарыңызды беріп, бес күннен кейін оның жаңа рұқсатын алып берген жерде заңға сәйкес митингпен пикеттер өткізуге болады. Мына бүгінгі сіздердің істеріңіз заңсыз болып саналады. Сондықтан сіздердің тарауларыңызды сұранам ағайым, ары қарай шықтырмаңыздар. Бірін біріңізге мынандай тұрып, өзіңіз емес басқаның да өмірде қауіп төндірмей коронавирустан аман болған жөн ағайын. Кішкене ақылға салыңыздармикрофон қазірмен қайтыңыздаршы болды қайтпаймызмұнда беріңіз шыға бізді сөйлейді рупорды бізге беріңіз Уважаемые полицейские, мы здесь собрались не для того, чтобы здесь нарушать закон. Мы здесь, наоборот, собрались для того, чтобы отстаивать свои права. Мы здесь никого ничего не сортировали, просто сидели. Вы сами пришли на Қаларың заңсыз болады. Не, правильно. Хорошо. Будьте добры, тогда. Покинем, пусть все. Мы покинем. Мы покинем это место только после того, как вы отсюда уйдете. Сізге бізге отдельно поручили. Это я вам еще раз говорю. Мы это место покинем только после того, как каждый полицейский уйдет с этого парка. Повестка берет какой? Повестку дали. Повестку мне оставьте, я приду сейчас. Все, оставьте повестку. Оставьте повестку, я приду, я вам сказал. Я добровольно приду. Мы, граждане Казахстана, присоединяемся к глобальному протесту, который во всем мире идет. Против полицейского насилия. Вот такое же насилие, вот, как видите, происходит в Казахстане. Вот сотрудники, снимите, пожалуйста. Окружили нас сотрудники, говорят, что... Мы нарушили карантин. Сидим, у нас есть свобода передвижения. Половина сотрудников это вот гражданских этих. Это сотрудники полиции. Они больше нас даже. В Казахстане тоже идет правовой беспредел. Наши митинги мирные. За два года протестов не было ни одного случая. Ни одно зеркало даже не было сломано. Но... За последние три месяца умерли три гражданских активиста. Дулат Агадил, Хайрулла Аманбике и Серик Уразов. Вот вы сейчас свидетели то, что в Казахстане проходит беспредел полиции. Большинство вот этих гражданских лиц это полицейские. Покажите на весь мир. Все полицейские уйгуры и калмаки. Вот эти все полицейские. Они... Это война! Назарбаевские! Вы все предатели, слуги! Предатели. Рабы! Рабы вы Назарбаева! Полицейской форме! Землю. У нас полицейское государство! За три месяца умерли три гражданских активиста. До сих пор полицейские, которые были виновны или как-то...
были как-то замешаны. Все работают до сих пор в полиции. Вот тоже полицейские. Мы присоединяемся к глобальному мировому протесту против насилия полицейские со стороны полиции. Мы, граждане Казахстана, солидарны во всем мире с этим глобальным протестом. Мы также весь мир просим солидарности. Весь мир, граждане всего мира, обратите внимание на Казахстан. В Казахстане тоже происходит полицейский беспредел. Вот Курметный азаматтар. Biz sizler tıngdadık, köngül audarlarını sorayım. Ben Almalı Ауданының прокурорымын. Benim adı jönüm Ertayev Bağıржан. Kazirgi tañda azamattardın arasında koronavirus juqtırmağı misallarından karantin jalgasuda. Onu sizler bilesizler. Keşe de bizde karantin jönünde bas dargiyer sanitarlık bu jönünde aytıp ötti. Bas dargiyerin jokmen Ruhsat yok. Onun içinde mitinge de katıldı. Kurbetli azamattar, bugünkü jinalıp atkan jinalıslarım zansız bolıp tabılat. Sizlere ruhsat alınmagan sol sebepten... Kazakstan'da zan yok. Kazakstan'da zan yok. Karamagan jaqtayda polisiya sizlerge katıldı, şara koldanadı. Polisiyaski bespredel. Alma Kazakstan! Школданы ватрали. Школданы да. Расчетные цифры зарщи. Вот беспредел в Алмате. Школданы ватр. Молдау, блядь. А я там сирой ватрали. Эфирмен бөлісіңіздер. Ана айыл сирап алып кетті. Неге күш қолданасыңдар? Суда. Тимеңіз, коронавирус деп айтып тұрмын сізге. Тимеңіз ба? Коронавирус жоқ, коронавирус жүрсіздер. Вирус бар. Фашист, блядь. Халыққа қызмет етудің, орнына халыққа қарсы болып отырсыздар. Ана кімдер? Рахиланың нетіндер? Қылқындырма, неге қылқындырасың? Қылқындырма. Уйдите, уйдите отсюда. Давай. Неге күш қолданасыңдар? Бәрі заңсыз әрекеттердің бәрі. Че ты, блядь, фашист? Че ты боишься? Эй! Че ты, блядь, че ты боишься? Давай, ур! Қылқындырма! Ур! Забрали, да, этого забрали? Асхата Чексибаева забрали? Да. Все, спасибо. Все, директор, в тюрьме. Ну выйдите отсюда.
Выйду, я выйду, выйду. Асхата Жексибаева забрали, все же. Нет, пиздец, бар. Снова. Давай. Гранит, гранит. Давай, жвер. Жвер, бомба. Жу-жу-жу. Вот он, вирми, хочешь, я сейчас возьму, вирми. Он на тебе же снимает.
Mağullar koy bile, Nazarbayev'ten bile, kullarsın da. Өздөрүң бастарың жок па? Жок, ага, менде болот. Кайда бастарың? Өзүм мен жок, мен за. Эч нерсе эмесдер мен жок. Мага чакырмыш. Отур. Эч нерсе эмесдер. Телефон где мой, где? Телефон дай мне. Всё, покупай. Телефон где? Телефон где? 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 Малсыңдар ғой, мал, мал. Жұмабек? 81 гранит 35 6. Жұмабек, Нұргелді. Абайбек Сұлтанов. Анвар. Данияров, Анвар. Бегімбетов Абай. Бегімбетов Абай, Аспандияров, Дәметкен. Кетшіме, қашпа. Жүре бер аға. Малсыңдар ғой, мал. 2 4 5 адам да кетіп барады автобуспен. Алтау десеңші, алтау. Алтау, алтау. Алтау, а сіз кімсіз? Ойбай жан сен, жомарт, Абдығаппар, жомарт. Жомарт па мен бе? Күш қолданып, күш қолданып, автобусқа қолымды қайырып тұрып салды, бәрімізге күш қолданды полиция. Телефонымыз тартып алды. Қатты күш қолданды. Фашистендер де арман болды, фашистендер де арман. Қолымыз көгерді. Беспредел. Беспредел, бля, беспредел. Уақыт келеді, уақыт келеді. Без законе. Уақыт келеді, сендер әлі бұл ауызда сарайсыңдар әлі. Мен жоқ, мен сүйреген жоқпын деп тұр. Блядь, сонда айтпана. Понял, е? Көзіме қара. Телефон бажармасы батыр. Беспредельщики вы. Куда где на самом деле? Я вообще беспредельщики вот такие. Хараметтерсин да. Хараметсин сен. Я бұлдай сөзді бұлар өзінді. Я. Абай, қолсын. Абай, қолсын. Абай, қолсын. Абай, қолсын. Сендерге болашақ кеді жоқ па не? Балаларың бар ма? Ай, әлде сендерге шетелге кетесіндер ма? Енді болды ғой. Орындарын дайындық ма? Бізге көріну үшін істеп ма? Сендердің полиция сияқты, өй, 200 емессіз. Мына жақта бейтін, мына жақта бейтін. Бер телефон, неге бермейсің? Они забили на вас. Сами, бля, привыкли артистизм устроивать, блядь.
перед начальством такие, блядь, а перед народом, блядь. Начальство пидоразы не пусит. За это же кончок узнает. Максим, мал Денис, блядь. А так, блядь, пидоразы начальство ларин, блядь, и то джурсингер нахуй. Сонда күнде 1000 рет исин го. Агу имени Абая на пятерке закончил, без одной четверки нам. Меня в полицию не взяли, блядь, в 2004 году. Почему, блядь? 300 баксов попросили, и то, блядь, самое минимальное. Почему? А прокурор, блядь, я прокурор Карасайского района, старший прокурор, я ему спросил, что такое. Состав преступления, блядь, блядь. Кайровыдыға барасындар. Телефон сломали, блин, ёлки. Эфирді көшіріп алыңыздар. Қазір өшіріп салу мүмкін. Эфирді көшіріп алыңыздар. Дархан, кім бар, эфирді көшіріп алыңыздар. Біреудің меншігін алып қойып жатсың. Біреудің меншігі ол. Жаңа айтты, мы за мирный народ, дети. Какой мы за мирный народ, ё-моё? Ты что за режим, а? Не режим, а Назарбаев. Ты завтра, да, как мужик. Вот я сижу, полон дал, ё-моё. Все халтың арқасында ақша алғысың, білесің бе? Ты за счет этой формы сейчас сидишь так, балакуешь. Халықтың төлеген налогын арқасында ақшалы отсыңдар. Халыққа қарсы шығасыңдар. Жоқ, олар полиция аты. Полиция, үкіметке? Үкіметтің байларды қорғайды. Қорғайды. Милиция, народная дружина. Переводы, латиница. Да. Ана, полицай деген бар. Содан кейін полицай деп кетеді оларды. Сатқындарды. Слуги Назарбаева. Күштері. Ана, өзі қызын сияғыларды күштері ғой. Оларға не западло әкі? Считается не того. У них все считается. Он сейчас так здесь платует. Завтра среди нас сядет и будет улыбаться. Мама, я же за народ. Братан, ты что, забыл, ё-моё? Вот она переобуется. Сейчас сидит блатной. Вот ногами землю не чувствует. Бензин, конечно, умает. Билгейтс, это умает. Вот ты уже там. Да, там все. Вы знаете, что список карабет есть? Кто на видео попадает, все это копируется. И вот она. А те щелерин сандерги, а это пойду ходим, я? А те щелерин, а это пойду ходим. Вы не думаете, это шутка? А вы видите, оно закон магнитский день даже гилет? Персонально на каждого, блядь. Вот персональный шанс, да, гилет. Хорошо, гилет, блядь. Ел, блядь, сок. Я не знаю, персональный шанс, блядь. Он надеется, кем будет, лично. Балар, өздер білмейді, қай жерде келе жатқандарын. Региондардан келген полицайлар, блядь. Я ем. Алматыда, Карасай районында уже полицейскийлер жетіспейді, нахуй. На, блядь, білмейтінде, да. Алматының полицейскийлер уже секіріп-секіріп кетті, бәрі, нахуй, жұмыстан. Карасайский районында не. Полиция реклама берді, да, базада, нахуй. Намыстар бар, басында кішкене мұрлар бар, ашып кетті. Можем реклама берді? Да. Да, в интернете, блядь. Мен эфирді аяқтайм. Аман болыңыздар, эфир сақтап алыңыздар. Записывайте видео. Эфирді көшіріп алыңыздар, пожалуйста. Эфирді қазір өшіріп салу мүмкін. Телефонды алып алады бізден. Алмалинский РОВД алып келді. Алмалинский РОВД. Алмалинский РОВД алып келді. Эфирді көшіріп алыңыздар. Не, Алмалинский РОВД. Түсеміз. Оксана, телефон салып қойыңызшы, мен сізді жаңа талап етіп қойдым. Мен өшірдім.